Щелкове на улице Комарова возле дома 14 госавтоинспекторы совместно с представителями профильного управления администрации округа провели рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Здесь очень любят останавливаться не только частные легковушки, но и огромные фуры. И это несмотря на то, что установлен знак «Остановка запрещена». Также имеется знак, предупреждающий водителей, что оставленные здесь автомобили могут быть вывезены эвакуатором на штрафстоянку. На многих улицах города, в частности на Комарова, вот на площади Ленина, на Сиреневой, устанавливаем вот эти знаки для ограничения парковки. Ну, не все водители, конечно, этого соблюдают, потому что ну, кому-то надо ближе к дому поставить, кому-то надо в магазин зайти, ну и так далее. В ходе рейда на владельца легковушки, остановившегося под запрещающим знаком, сотрудник ГИБДД оформил штраф, а саму машину вывезли на штрафстоянку. Для хозяина авто это обойдется в немалые финансовые потери – 1500 рублей штрафа и в оплату эвакуатора в размере 4500. Также Виталий Иванов сообщил, что в отношении грузовой машины, которая создает, особенно в часы пик, сложности для проезда по этому участку дороги, сотрудники администрации произвели контрольное фотографирование и отправили информацию о нарушителе на сайт ГИБДД. Хотелось бы обратиться к водителям, ко всем, не только к водителю этого грузовика, что, пожалуйста, следите за дорожными знаками, они не просто так установлены, они установлены для комфортного движения в городе, для комфортного движения от остальных водителей, а вы им мешаете. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.